Много шума из ничего. Вокруг сквера Марины Росковой разгорелся конфликт. Некая инициативная группа собирает с местных жителей по 100 рублей. Якобы на усовершенствование парковой зоны и спасение погребов от застройки. По словам активистов, на этом месте скоро появится многоэтажка. Людмила Седокова спешит предупредить своих соседей, что сдавать деньги не стоит. Собирается вот эта инициативная группа, их подстрекает все время с коммунистами, что ли, они, не знаю я, кто там, чего. По всем домам ходят. Я, например, своими жителям говорю, не сдавайте эти деньги, не надо. И шантажируют то, что снесут ваши погреба. Как наши погреба снесут? Когда у нас документы есть, в 93-м году нам выделили землю в бессрочное пользование. Этот парк несколько раз становился яблоком раздора. Раньше здесь хотели сделать автомобильную стоянку, но местные жители отстояли эту территорию. И в итоге здесь появилась детская площадка. Артем одним из первых опробовал новые карусели, когда те установили в парке. И теперь приходит сюда регулярно, уже со своими подружками. Когда я сюда первый раз пришел, то мне здесь очень понравилось кататься с этой горки и вся площадка. Я на всех этих покатался, и мне понравилось. Сейчас власти взяли ситуацию под контроль. Ни строители, ни коммунисты не должны помешать спокойной жизни сквера. Благоустроенный парк у местных жителей никто не отнимет. Надежда Новикова, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».